На смену снегу пришел мусор. Жители Ноябрьска продолжают присылать свои фото в нашу группу ВКонтакте. Очередные снимки в рубрике «Новости наших горожан». Эти фотографии прислали жители дома номер 9 по улице Изыскателей. В своих комментариях люди пояснили, что мусор этот строительный, а оставили его после себя специалисты управляющей компании после ремонта. Причем, говорят авторы снимков, ремонт деревяшки закончился еще несколько месяцев назад.